Всем привет! Я долго думала, куда пристроить камеру, хотела куда-то повыше, потому что штатива нет. Но, к сожалению, ничего у меня не вышло. Сейчас очень плохое освещение из окна. А свет тоже не включаю, чтобы картинка была немножко получше. И приходится вот так в ручном режиме снимать. Но я хочу сделать для вас видео о моем повседневном уходе. То есть, какие сейчас продукты я использую. Я взяла не все из своего ассортимента, но такие основные продукты, базовые. И уход мой сейчас очень-очень простой. Как видите, косметики мало, но все самое необходимое, как обычно, как я люблю. Из очищения у меня вот такой Клиник. Это мягкое жидкое мыло. Я им иногда смываю тушь. Вы об этом знаете, кто меня смотрит. Осталось у меня его не очень много, но это мыло очень экономное. Я бывает иногда из дозатора очень много выдавливаю. Но если выдавливать маленькую горошинку, хватит на большое количество времени. Это вообще без проблем. Также я использую мицеллярную воду Биодерма. У меня в таком маленьком формате. И если честно, в Германии я собиралась купить себе еще, но пока я ее здесь не видела. Я не уверена, что она тут вообще продается. Но я видела, что есть La Roche-Posay. Может быть, я куплю от этой компании мицеллярную водичку, потому что, в принципе, в аптеке можно что-то присмотреть наподобие. И я слышала неплохие отзывы. Надо будет присмотреться. Но, в принципе, хотелось бы именно Биодерму использовать. У меня ее там уже половинка. Я сейчас не каждый день наношу тушь для ресниц. Ну, чтобы вы понимали, я могу ее нанести, может быть, раз в неделю. И вот когда я наношу, тогда я обязательно пользуюсь биодермой. Ну, если мне, конечно, совсем уж лень смывать косметику, то я могу тоже воспользоваться вот так, чтобы без мыла. Но в основном вот этим средством я ухаживаю. А дальше тоника у меня никакого нет, но есть вот такое средство Moisture Surge от Clinique. Это такой увлажняющий спрей. Вообще его покупала для использования в самолете, потому что в самолете очень сухой воздух. А этот спрей очень маленький, легкий, здесь 50 миллилитров. И я его уже недавно показывала даже во влоге. Он просто супер, выручает. Не исключено, что есть средства подобного плана и получше, но вот я пользуюсь им, пока меня устраивает. Это у меня был такой наборчик, это средство, вот такой крем и вот такой вот крем для век. Это я покупала, когда летела из Вены домой, прям в самолете небольшой краш. Так, давайте покажу вот это. Это тоже All About Eyes. Серум такой, вроде бы его можно в холодильнике хранить, но я не пробовала. Пользуюсь, но тоже не каждый день. Я в последнее время вообще подзабросила всякий уход для век. Не знаю, может быть, это и неправильно. Но вот как-то через раз пользуюсь, рассказываю ситуацию, как есть. Решила показать средство для губ тоже. Это Кармекс. В основном его использую. Также в сумочке я еще ношу свой Блистекс. Вот сейчас у меня эти два средства. Блистекс я не стала уже сюда нести. В общем, все и так понятно. Кремы. Эмбриолиз. Он же крем, он же база под макияж, он же увлажняющая маска, он же Гога, он же Жора и так далее. Нравится, использую не только на лицо, но и на руки время от времени. Из набора Clinique крем Moisture Surge 72 часа увлажнения. Очень большой, очень экономный, очень приятная текстура, не липкий. Нравится его эффект, кожа после него приятная. С удовольствием использую. Я поставила эту птичку для красоты, но по сути вы видите только ее лапки. И вот такой у меня есть еще крем, маленький, ночной. Точнее, я не уверена, что он ночной, но я его на ночь наношу. Бывает время от времени. Это Лилифт от Шанель. Не часто использую, но вот бывает, когда хочется чего-то такого экстра.
И из дополнительного ухода у меня маска Гидрофаз от La Roche-Posay, увлажняющая, но, если честно, она не оправдала каких-то моих ожиданий, то есть я рассчитывала, что она мне понравится больше, у меня их две. Это где-то уже наполовину использовано, либо может на две трети, и есть еще одна целая. Также я использую примерно через день сейчас коллагеновые патчи корейские. Здесь в упаковочке их 30 штук. Компания называется Pure Derm. Ну, в принципе, неплохие, но они не гидрогелевые, такие, знаете, прозрачные, а тканевые. Не знаю, может даже получится их показать. Я вам сейчас их покажу. Вот там вот они такими стопочками лежат. Они очень хорошо пропитаны. А я в основном наношу либо два патча под глаза и потом эти же патчи перемещаю, например, на лоб, либо наношу еще один патч на лоб, на пространство между бровями. Мне вот почему-то хочется там дополнительного увлажнения. Ну вот, пожалуй, все. Такой мой небольшой уход. Можно, конечно, более минималистично, можно наоборот что-то добавить. Но мне пока этого хватает. Сейчас вот в такое межсезонье, когда кожа очень сохнет и на улице обветривается, потому что погода у нас... Боже, я вам сейчас покажу, подождите. Вот она, наша погода. Это при том, что 2 дня назад было плюс 18, а сегодня уже идет снег. Достаточно, в общем, мне этих продуктов. Спасибо большое за внимание. Всем пока.